Как размножить видеофрагмент? Помечаем видеофрагмент левой кнопкой мыши, правой кнопкой мыши копировать. Ставим место, куда нужно скопировать. Изменить. Вставить. Можно вставить со сдвигом. Например, вот нашли место, опять скопировали, изменить, вставить со сдвигом. То есть он разрезал тот видос и воткнул сюда свой. Теперь как закольцевать видос, ну какой-то видеофрагмент, закольцевать, чтобы он проигрывался. Ставим точку входа, точку выхода. В ключике нажимаем повтор, play.